И к другим темам. В целях развития интеграции науки и образования, исходя из промышленного потенциала Новоийской области, организована международная конференция, которая позволила ее участникам выработать предложения по развитию научно-технического потенциала Заравшанского региона. В дискуссиях приняли участие представители научных сообществ из ряда стран, таких как Великобритания, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Япония. Горнодобывающая и химическая отрасль являются приоритетными направлениями развития Заравшанского региона. Здесь реализуется множество инновационных проектов, предусматривающих дальнейшее расширение взаимного сотрудничества с учеными и специалистами зарубежных стран. Организованная международная конференция позволила и участникам поделиться опытом и выработать предложения по развитию научно-технического потенциала региона. Здесь состоялось всестороннее обсуждение фундаментальных и практических исследований, новых разработок как отечественных, так и иностранных ученых. Конференция, на которую мы сегодня приехали, безусловно, представляет собой очень важное научно-практическое мероприятие, на котором обсуждаются ключевые вопросы, связанные с комплексным развитием, инновационным развитием Заравшанского региона. Вместе с университетом мы сейчас готовимся реализовывать программы совместные в магистратуре по горно-металлургическим направлениям, а также по открываемым программам в области строительства. Кроме того, с горно-металлургическим комбинатом мы договорились и вместе с Новоийским горно-металлургическим университетом будем также реализовывать и ряд научно-исследовательских работ, связанных с проблемами выщелачивания золотосодержащих пород, двойных упорных пород. И, конечно же, все это закладывает очень серьезный фундамент для развития плодотворных взаимоотношений. В ходе форума заслушаны доклады, рассмотрены актуальные вопросы по направлениям геологии, нанотехнологий, машиностроения, автоматизации, экологии, сельского хозяйства, а также энергетики. Отмечена важность проведения научных исследований без отрыва от производства. Выработаны приоритетные направления и задачи по дальнейшему взаимодействию.